Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Также я хочу вас пригласить на мой второй канал, который называется Елена Ермина Бьюти. Ссылочку на второй мой канал я оставлю в описании под этим видео и во всплывающей подсказке. Проходите по ссылочке, подписывайтесь, я буду очень-очень рада. На просторах интернета я нашла замечательную модель жакета. Жакет связан крючком ажурным узором. Данная модель находится в общедоступном пользовании. И также я для данной модели нашла схемы. И с радостью хочу поделиться с вами. Все схемы вы можете найти в конце видео. Жакет можно связать и из пряжи летней серии. Например, это может быть стопроцентный мерсеризованный хлопок, либо мягкий хлопок. И также из пряжи смешанного состава акрил с хлопком или, например, вот как у меня, альпака и нейлон. Данную пряжу я буквально вчера получила от интернет-магазина Мир вышивки. Ссылку на пряжу на магазин и на мой промокод, который дает вам воспользоваться скидкой на весь заказ, вы увидите в описании под этим видео. И на следующей неделе я сниму для вас обзор по ссылке и покажу пряжу, которую я заказала в интернет-магазине Мир вышивки. Пряжи у меня от торговой марки Сиам. Страна производства Италия. Название пряжи. Здесь вот вам хочу показать: Альпака д Италия. Цвет 10 серий. Производитель рекомендует нам стирать пряжу при температуре 30 градусов, не отбеливать. Диаметр спиц 2-3 миллиметра И здесь метраж у пряжи 300 метров в 50 граммах. Состав 50% альпака и 50% нейлон. Эта пряжа идеально подойдет для вязания данной модели жакета. У меня заказано было 10 моточков пряжи по 50 грамм. И я думаю, хватит на данную модель жакета. Если данная идея вам понравилась и вы хотите ее связать, и хотите, чтобы я организовала для вас подробно обучающий мастер-класс по вязанию жакета крючком от начала и до конца, поставьте пальчики вверх. Если данный проект наберет 10 тысяч лайков, я сниму подробно обучающий мастер-класс. То есть тем самым я буду понимать, что данная модель вас заинтересовала и вы хотите присоединиться к совместному вязанию. Вязать я буду вот по этой схеме. Схема будет прикреплена в, также в конце видео. В этом видео уроке мы с вами разберем, как правильно вязать узор. Также покажу вам, два способа вязания узора и разберем сколько рапортов необходимо набрать для вязания и сколько петель составляет один рапорт в ширину и в высоту. Для того, чтобы определить количество петель для начала вязания жакета, необходимо связать вот этот образец, который мы сейчас свяжем, и провести процедуры по ФТО. То есть, стирка отпаривание все зависит от того какая у вас пряжа по составу и уже по контрольному замеру рассчитать необходимое количество рапортов перед тем как приступить к вязанию вещи я набрала цепочку 25 воздушных петелек и приступаем к вязанию первого ряда первый ряд у нас состоит из столбиков без накида После 25 воздушной петельки набираю еще одну петельку. Это у нас 26 и она у нас будет петелька подъема. В 25 петельку цепочки я провязываю один столбик без накида. Далее провязываю в каждую петельку цепочки по одному столбику без накида. Всего должно быть в первом ряду 25 столбиков без накида. В первом ряду я провязала 25 столбиков без накида, и сейчас мы будем во втором ряду сами распределять рапорты. Всего мы свяжем 3 рапорта в ширину. Рапорт состоит из 8 петель. Для подъема и перехода на следующий ряд я провязываю одну воздушную петельку и разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Все четные ряды вяжутся по изнаночной стороне все нечетные ряды вяжутся по лицевой стороне. И вершину столбика без накида в первую вершину провязываем один столбик без накида. Данный узор можно вязать прямыми обратными рядами и также по кругу. Набираю 1, 2, 3, 3 воздушных петельки, 1 накид на крючок, пропускаю 1, 2, 3 Три столбика без накида и в вершину четвертого столбика провязываю один столбик с одним накидом. Количество накидов вы уже сами выбираете. Вы можете вязать узор столбиками с одним накидом, либо столбиками с двумя накидами. Все зависит от того, какую степень ажурности узора вы хотите получить. Далее я набираю цепочку из трех воздушных петелек и. В эту же вершину столбика без накида провязываем второй по счету столбик с одним накидом. связали галочку галочка это у нас два столбика с одним накидом с общим основанием. 3 воздушных петельки 1 2 3. пропускаю 3 петельки 1 2 3 либо 3 столбика без накида, и в вершину четвертого за обе стенки провязываем один столбик без накида. Набираю цепочку из трех воздушных петелек. Раз, два, три. Пропускаю три петельки. Раз, два, три. И в вершину четвертого столбика без накида вяжем с вами один столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки и в эту же вершину четвертого столбика без накида предыдущего ряда провязываю второй столбик с одним накидом связали галочку набираю цепочку 1 2 3 3 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 3 петельки и вершину 4 столбика без накида провязываю один столбик без накида набираю цепочку 1 2 3 3 воздушных петельки пропускаю 3 столбика без накида 1 2 3 вершину 4 провязываю галочку галочка это у нас один столбик с одним накидом 1 2 3 воздушных петельки и в эту же вершину столбика без накида провязываю по счету второй столбик с одним накидом. Раз, два, три. Три воздушных петельки. Пропускаю раз, два, три столбика и в вершину четвертого крайнего слева провязываю один столбик без накида. Все, связали мы с вами второй ряд узора. И сейчас будем с вами разбирать, каким образом вяжется один раппорт. Раппорт у нас состоит из 8 петель. И давайте разберем. То есть начало раппорта у нас будет первый столбик без накида. Вот он. Это у нас начало раппорта, первого раппорта. А заканчивается у нас рапорт там петелька, где у нас перед столбиком следующим без накида. То есть от столбика до столбика без накида вот этот отрезок он составляет 8 петель и является основой одного раппорта давайте проверим 1 2 3 4 5 6 7 8 8 петелек задействовано в рапорте всего у нас было набрано 25 воздушных петелек и Три рапорта мы связали. Можно для удобства считать галочки. Вот первая галочка это один рапорт, вторая галочка второй рапорт и третья галочка это третий рапорт. Надеюсь, я понятно объяснила. И далее вы каким образом рассчитать необходимое количество рапортов для того, чтобы связать жакет, вы просто измеряете объем, либо это объем груди, либо объем бедер, в зависимости от того, какую длину вы хотите связать, либо жакет будете вязать этим узором, либо даже можно связать жилет, кардиган. Кардиган тоже будет неплохо смотреться, даже очень хорошо. И вот вы по этому объему определяете, то есть делите на количество петель 8, и у вас расчетным путем определяете количество рапортов. Допустим, если у вас объем бедер 100 сантиметров, 100 делите на 8, получаете, округляете количество рапортов и можете сделать плюс на свободу прилегания. Это, как правило, 0,5 сантиметров до 2 или даже до 3. Приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд это у нас... Лицевая сторона узора набираю цепочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Разворачиваю на другую сторону и вяжем вершину галочки. Один пышный столбик с тремя протяжками. То есть таким образом накид на крючок. Ввожу крючок в вершину галочки. Захватываю нить. Накид на крючок, вторая протяжка, накид на крючок и третья протяжка. У меня на крючке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 петель. Я их соединяю все вместе при помощи рабочей нити. Связали один пышный столбик, 2 воздушных петельки. И таким же образом вяжем второй пышный столбик с тремя протяжками. Две воздушных петельки. И опять же вяжем вершину галочки. Третий пышный столбик с тремя протяжками. Все, связали мы с вами узор. Связали один раппорт. Далее мы вяжем раз, два, три, четыре воздушных петельки. И переходим к вязанию второго раппорта. Опять же вяжем вот этот элемент из трех пышных столбиков. В вершину вот по счету это у нас была первая галочка. И во вторую галочку мы вяжем первый пышный столбик с тремя протяжками. Чтобы было 7 петелек на крючке. Таким образом, две воздушных петельки и вяжем вершину галочки второй пышный столбик с тремя протяжками. Две воздушных петельки и в эту же вершину галочки вяжем третий пышный столбик с тремя протяжками. Все, связали с вами второй элемент. После второго элемента провязываем цепочку 1, 2, 3, 4 воздушных петельки и в третью вершину галочки вяжем первый пышный столбик с тремя протяжками. 2 воздушных петельки в эту же вершину галочки вяжем второй пышный столбик с тремя протяжками 2 воздушных петельки и в эту же вершину галочки вяжем третий пышный столбик с тремя протяжками все связали ряд две воздушных петельки на накид 3 накида на крючок и вершину столбика без накида второго ряда провязываем один столбик уже с тремя накидами все закончили вязать связали мы три ряда поближе вам хочу показать приступаем к вязанию следующего ряда. Это у нас по счету четвертый. Набираю цепочку раз, два, три воздушных петельки, разворачиваю вязание на другую сторону и вяжем опять же ряд, состоящий из пышных столбиков. Вершину цепочки из арочки из двух петель провязываем один пышный столбик с тремя протяжками. Здесь у нас этот ряд будет состоять из большого количества пышных столбиков. Две воздушных петельки и в эту же арочку из двух петель провязываем второй по счету пышный столбик с тремя протяжками. Две воздушных петельки. В следующую арочку цепочки из двух петелек провязываем по счету третий пышный столбик с тремя протяжками 2 воздушных петельки и в эту же вершину цепочки из двух петель провязываем по счету это у нас четвертый пышный столбик с тремя протяжками связали один раппорт сейчас мы провязываем 2 воздушных петельки и таким же образом вяжем второй раппорт то есть в эту вершину цепочки арочки провязываем два пышных столбика с тремя протяжками 2 воздушных петельки и в эту же арочку из двух петель провязываем второй пышный столбик с тремя протяжками 2 воздушных петельки в следующую арочку из двух петель провязываем по счету третий пышный столбик с тремя протяжками две воздушных петельки и в эту же арочку из двух петель провязываем по счету четвертый пышный столбик с тремя протяжками 2 воздушных петельки. В следующую арочку из двух петель провязываем это у нас будет третий раппорт, вяжем первый пышный столбик с тремя протяжками, 2 воздушных петельки, в эту же вершину арочки провязываем второй по счету пышный столбик с тремя протяжками, 2 воздушных петельки следующую арочку из двух петелек провязываем по счету третий пышный столбик с тремя протяжками 2 воздушных петельки и в эту же арочку из двух петель провязываем по счету это у нас будет четвертый пышный столбик и заканчиваем ряд провязываем то здесь вот пропускаем 1 2 в и в основании третьей петельки цепочки провязываем один столбик с одним накидом вот связали мы таким образом узор у нас у нас смотрится два ряда узора связанные пышными столбиками приступаем к вязанию пятого ряда пятый ряд у нас будет вязаться по лицевой стороне набираю цепочку из четырех воздушных петелек. Раз, два, три, четыре. Разворачиваю образец узора на лицевую сторону. И в первую арочку цепочки из двух петель вяжем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В следующую арочку цепочки из двух петель провязываем второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В следующую арочку цепочки вяжем Следующий столбик с одним накидом, одна воздушная петелька, следующую арочку цепочки из двух петель провязываем один столбик с одним накидом, одна воздушная петелька, следующую арочку цепочки провязываем один столбик с одним накидом, одна воздушная петелька, следующую арочку цепочки провязываем один столбик с одним накидом, одна воздушная петелька и так далее. В каждую арочку мы вяжем по одному столбику с одним накидом между столбиками всегда провязываем по одной воздушной петельке. Очень легко вяжется вот этот ряд, быстро, самое главное, быстро. Так, и не забываем вязать вот эти одну воздушную петельку между столбиками. Заканчиваем ряд, одна воздушная петелька, и вот в первую петельку цепочки <coughs> провязываем один столбик с одним накидом. Все. И давайте с вами посчитаем с учетом у 4 петель подъема у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мы связали 13 столбиков с одним накидом. Это у нас с вами лицевой ряд узора. Сейчас мы приступим к с вами к вязанию шестого ряда. Он очень-очень просто вяжется. Одна воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И вот вершину столбика с одним накидом, это первый столбик, провязываю один столбик без накида. Варочку цепочки из одной петельки, петельки провязываю второй столбик без накида. Вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик без накида. Варочку цепочки из одной петельки провязываю столбик без накида. Вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик без накида. И таким образом мы вяжем двадцать пять столбиков без накида в каждую петельку пятого ряда. Это у нас шестой ряд изнаночная сторона узора. Если вам не нравится пыш, вязать пышными столбиками, а я очень люблю вязать вот эти пышные столбики, во-первых, расход пряжи большой, это раз. Во-вторых, в процессе носки вещи, вот эти пышные столбики, они могут вытягиваться и тем самым портить внешний вид работы изделия, внешний вид вещи. Узор очень непрактичный, и я никогда в своих работах не использую узоры, связанные с вязанием пышных столбиков. Да, конечно, смотрится красиво. Узор легкий, воздушный, какой-то нежный получается, но он настолько непрактичный, что я его не советую. Я вот вам, как мы свяжем с вами вот этот раппорт высоту, покажу второй вариант вязания данный, данного узора. То есть досмотрите видео до конца. Связали мы с вами 25 столбиков без накида и приступаем к вязанию седьмого ряда. Провязываю одну воздушную петельку подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и вершину первого столбика без накида провязываю один столбик без накида. Далее вершину каждого столбика без накида. Шестого ряда я провязываю по одному столбику без накида. Всего вяжем двадцать пять столбиков без накида. каждую петельку за обе косички за переднюю и заднюю стеночку провязываем по одному столбику без накида здесь у нас заканчивается раппорт в седьмом ряду и далее восьмой ряд это повторение уже следующего раппорта Вернее, даже не восьмой ряд, а вот сейчас мы вяжем с вами седьмой ряд, и у нас получается рапорт. Он повторяется в высоту седьмого по так по пятый ряд включительно. То есть вот сейчас я провязываю вместе с вами седьмой ряд и его я вяжу по принципу вязания первого ряда из четырех воздушных петелек разворачиваю вязание на другую сторону и вершину вот этого Единственная разница только здесь вязание, что вот этот узор мы будем вязать в шахматном порядке. То есть те же самые тот же самый принцип вязания, те же самые элементы в узоре, но они уже располагаются в шахматном порядке. Значит, я провязала 4 воздушных петельки и один столбик с одним накидом в вершину столбика без накида предыдущего ряда. Далее я набрала цепочку с трех петелек, пропускаю раз-два-три 3, 3 столбика вершину 4 провязываю 1 столбик без накида набираю цепочку 1 2 3 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 3 столбика без накида вершину 4 я провязываю 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки в эту же вершину столбика без накида провязываем второй столбик с одним накидом. То есть оба столбика вяжутся с общим основанием. Три воздушных петельки пропускаю. Раз, два, три. И в вершину четвертого провязываем один столбик без накида. Три воздушных петельки пропускаю. Раз, два, три. Вершину четвертого провязываем один столбик с одним накидом 3 воздушных петельки и в эту же вершину вяжем второй столбик с одним накидом 1 2 3 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 столбика без накида вершину 4 провязываю 1 столбик без накида 1 2 3 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 столбика вершины 4 мы вяжем галочку галочка у нас состоит из одного столбика с одним накидом одна воздушная петелька и в эту же вершину столбика провязываем второй по счету столбик без накида, то есть вот у нас получается тот же самый раппорт, но он мы его вяжем в шахматном порядке. И сейчас я буду вязать уже по узору по второму способу, вот каким бы способом вязала я без э, пышных столбиков сейчас вам покажу второй вариант вязания узора набираем цепочку из 5 воздушных петелек раз два три 4 5 разворачиваю вязание на другую сторону и вершину галочки провязываем либо вы вяжете пышный один столбик с тремя протяжками либо вы вяжете три полустолбика с одним накидом с общей вершиной вот таким образом Я на крючке 4 петельки и соединяю их вместе. При данном способе вязания, во-первых, у вас тоже будет неплохо смотреться узор. И во-вторых, меньше расхода пряжи будет. Набираю цепочку из 4 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Следующую вершину. Галочки мы провязываем с вами. Либо один пышный столбик с тремя протяжками, либо три полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. Две воздушных петельки. Вяжем либо один пышный столбик, это второй по счету, либо три полустолбика с одним накидом. То есть я сейчас буду вязать узор, две воздушных петельки, вот второй раппорт, немножко изменю принцип вязания и буду вот вам показывать как вяжется узор по второму варианту все связала я один рапорт переходим к вязанию следующего Набираю спочку раз два три четыре воздушных петельки следующую вершину галочки я провязываю 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием, с общей вершины. Две воздушных петельки. И в эту же вершину галочки я провязываю три полустолбика с одним накидом, с общей вершины и с общим основанием. Две воздушных петельки. Далее мы вяжем с вами опять же три полустолбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием. Все, связали рапорт. набирают цепочку из четырех воздушных петелек. И в следующую вершину галочки мы провязываем опять же три полустолбика с одним накидом. С общей вершины, с общим основанием. Две воздушных петельки и вяжем один столбик с одним накидом. Все, связали мы с вами еще один ряд. Поближе хочу вам показать, что-то камера не хочет фокусировать. Приступаем к вязанию десятого ряда. Набираю цепочку из трех воздушных петелек. Раз, два, три. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вяжем по второму варианту. Провязываю варочку цепочки из двух петель. 3 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же арочку цепочки я провязываю еще три полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки в следующую арочку цепочки из двух петель провязываю 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной с общим основанием 2 воздушных петельки в эту же арочку цепочки провязываю второй элемент, состоящий из трех полустолбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки в следующую арочку цепочки из двух петель провязываю 3 полустолбика с одним накидом. Две воздушных петельки. И вяжем в эту жарочку цепочки 3 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки и следующий раппорт мы вяжем таким же образом в арочку цепочки из двух петель провязываю 3 полустолбика с одним накидом две воздушных петельки в эту же арочку цепочки я провязываю еще три полустолбика с одним накидом две воздушных петельки в следующую арочку цепочки я провязываю третий элемент состоящий из трех полустолбиков с общей вершиной с общим основанием две воздушных петельки в эту же арочку цепочки провязываю три полустолбика с одним накидом. Все связали два полных рапорта и заканчиваем ряд две воздушных петельки в арочку цепочки провязываю один элемент из трех полустолбиков с одним накидом с общей вершиной с общим основанием. 2 воздушных петельки. В эту жарочку цепочки провязываем второй элемент из трех полустолбиков с одним накидом и заканчиваем вязать ряд. Это у нас десятый ряд. Я провязываю в третью петельку подъема. Раз, два, три. Один столбик с одним накидом. Все, связали с вами десятый ряд. Десятый ряд это у нас изнаночная сторона узора. И приступаем к вязанию одиннадцатого ряда. Привязываю цепочку. Раз, два, три, 4 воздушных петельки. Разворачиваю за на другую сторону. И вершину арочки из двух петель провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В следующую арочку провязываю по счету это третий столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, в следующую арочку провязываем столбик с одним накидом, одна воздушная петелька и так далее. В каждую арочку цепочки провязываем по одному столбику с одним накидом. Между столбиками у нас вяжется одна воздушная петелька. И давайте посчитаем, сколько у нас столбиков с одним накидом получилось: раз два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке. Далее мы вяжем с вами двенадцатый ряд. Одна воздушная петелька, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину столбика с одним накидом провязываем один столбик без накида. Osionfish. Далее в цеп варочку цепочки из одной издушной петельки провязала столбик без накида, вершину столбика с одним накидом провязывала один столбик без накида, варочку цепочки из одной петельки провязала один столбик без накида, вершину столбика с одним накидом провязывала один столбик без накида, варочку цепочки из одной петельки провязала один столбик без накида, вершину столбика с одним накидом провязала один столбик без накида, варочку цепочки провязываю один столбик без накида и в вершину столбика провязываю один столбик без накида и так далее смысл что в каждую петельку провязываем по одному столбику без накида всего должно быть связано в конце 12 ряда 25 столбиков без накида и на этом у нас заканчивается вязание рапорта. Здесь можно связать двумя способами. Можно расположить вот этот узор в шахматном порядке, а можно вязать узор друг над другом. Располагать вот эти элементы рапорты друг над другом, либо в шахматном порядке. Мы с вами связали узор. И расположили вот эти рапорты в шахматном порядке. И я вам показала два варианта вязания узора. Первый вот, у нас вот так вот. Это у нас элементы были связаны из пышных столбиков. А вот второй рапорт, который мы вязали в шахматном порядке, тот же самый узор. Только я изменила его и вязала его при помощи полустолбиков с одним накидом, с общей вершины и с общим основанием. Вы уже сами для себя решаете, каким образом можно связать узор либо по первому варианту, либо по второму. Для удобства вязания вы сейчас переходите к вязанию 13 ряда и перематываете видео на начало вязания вот этого первого ряда этого первого и продолжаете вязать узор с 1 по 12 ряд у нас раппорт состоит в высоту из 12 рядов который повторяется с 1 по 12 ряд высота раппорта если вот вязать узор в шахматном порядке высота рапорта 12 рядов ширина 8 петель либо вы можете изменить узор и вязать его вот эти элементы друг над другом. То есть повторяете узор с первого ряда по. Сейчас мы посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть по шестой ряд. С первого по шестой ряд. Если вот эти элементы будете располагать друг над другом. То есть здесь есть несколько вариантов вязания данного узора. Мы с вами рассмотрели один из двух вариантов. И вот я показала вам два способа вязания. Мы с вами связали 12 рядов высотой. Давайте замерим контрольный образец. Всего было набрано 25 петель, ширина образца из 25 петель 8 сантиметров высота 1 раппорта 12 рядов 7 сантиметров и хочу поближе вам показать таким образом выглядит у нас изнаночная сторона ой лицевая сторона узора и изнаночная сторона Узор можно вязать по кругу. Будет еще гораздо симпатичнее смотреться. Конечно же, вот этот узор, связанный из пышных столбиков, смотрится гораздо интереснее, симпатичнее, но он не очень практичный. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Я жду вас на следующих мастер-классах. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.